А, блин, я не успел, Серега, одеть на долю секунды. Ну что ты такой злой? Ну вот, бойтесь меня. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Мормышка, Неон Леон, Логдог, еще очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем приветики, омлетики. Всем привет. Всем привет. Серегина идея такова, чтобы мы были в Красти Крабс, а Серега будет играть за охранника, играть за аниматроника, а мы будем охранять этот классный, из классного мультика Спанч Боб, Красти Крабс. Если пять кушки, приятного аппетита, а мы начинаем выживание. Так, ребята, сегодня наше спасение — это маска. Чпонь. Отлично. Слышите? Он уже внутри. Одевайте маски все. Он ходит. Он смотрит. Вот это здесь готовит Спанч Боб. Я его слышу. Вот он ходит наверху. Видите? А, он играет вроде бы за Мангу или за кого? Так, дверь закрыта у нас? Так, все работает, да? Открываем. Щетка. А можно эти крабсбургеры брать? Нет, нельзя. Так, здесь у нас сидит мистер Крабс. Кстати, я мистер Крабс. Он на крыше. Я его даже могу сесть, вам пока... Ой, что-то странно сел. Интересно, я могу на свое кресло сесть, а ну-ка? Ой-ой-ой-ой-ой. Минус один, ой. Дима. Ой, странно. Ты убил нас того уже? Одного? Не надо, Серега, мочить. Мы тут прячемся, кстати, внутри. Так, ребята, сидим, осторожно. Там ходит злой очень аниматроник. Открой, я его вижу. Да? Это я, откройте. Не-не-не-не-не, не открывайте никому. Закрывай сразу калитку. Ребята, ждем. Так, выглядываем вовнутрь. О, я вижу, там кто-то ходит. О, тут это, секрет есть. Да? О, так это что у нас получается? Рецепт секретный? Да. Дима, посмотри на парадную дверь Красти Краба. Ой. Пацанов бью по башке. Ой, страшно. А кто там? О-о-о. Ребята, смотрите, кто к нам пришел. Ха-ха, тебе по башке дверью дали. А я тебя убить не могу, говно. А, ты можешь только ходить, это глич-трап. А че у тебя такой походняк смешной? Опа! Ой-ой-ой. Да Серега, так это. Ой! Один в маске был. Да Серега! Мы же договорились, что ты будешь добрым. Нет, я злой. Ах ты злой. Он в туалет. Я знаю, он сюда в туалет приходит к нам сюда. Покакать. Ой-ой. Я вижу его, кстати, вон он сидит. Так. Сними маску. Одень маску. Сними маску. Одень, я вижу его. Где-то я здесь. Он где-то здесь, ребята. В маске все ходим. Так, что у нас тут еще есть? Так, здесь у нас гриль. Ой. Страшно, вырубай. Ой-ой-ой. Вижу, ходит. О, идемте карту покажу вам, что еще здесь на улице есть. Так, ну, уходим, быстрее бежим. А я в маске не могу бегать, представляете? А что на... А, это мусорка, я пришел показывать людям мусорку. Это гениально. А что еще на этой карте есть, Серега? Я на этой карте играю первый раз. Прикольно очень. Вообще на этой карте, знаете, что можно куча зомбаков поставить и выживание с зомбаками. Так, вы слышите этого челепиздрика? Это он скрипит полами или нет? Не знаю, мы где он? Я не знаю. Вы его видите? Нет. А, слышу. А да как? Да Серега же в маске был, не? Нет. А, блин, у меня бывает такое, что анимация пропадает в маске, и я как будто в маске, но я не вижу глаз. Ну ты понял. Так. Все, одеваем маску, ну нафиг. Снимаем.
Вот он. А он не может дамажить за этого. Этот не дамажит, кстати. Не дамажит? Давай проверим. Этот не дамажит, Серега. Да что за пирожина? Что за пирожина? Да что там творится, а? Меня так колбасит жестко, это жесть. Отлично. Отлично. Так, пошел, пошел. Серега, ты тут только нас не мочи. Он такой злой. Кстати, Серега, тебе нравится, да, аниматроник? Почему ты его и берешь? Да. Красавчик, красавчик. Шадоу Трапа напоминает. Но. Но. А я в маске был. Он был в маске, Серега, что ж ты? Я не видел. А как ты так делаешь, такие позы смешные? Он лазить может. Да ладно. Ребята, он на крыше. Да? Да, он на крыше. А, да-да-да, вот тень была. Да, вон он бегает, он сзади. Он хочет нас убить. Внимательно, внимательно, заходи. Хитрый аниматроник, как в фильмах ужасов. По крыше лазит. Так, мы уже все тут забрали. Где он? А. Да ладно. Я был без маски, что ли? У Серега, я был в маске. Так, обстоятельства. Хорошо, понял. Одевай маску. Ушел, ушел, ушел. Идет. А если вот так, кстати, дверь откроется? Очень чистые стекла у нас, ребята. Застряли, пацаны? Давайте помогу. А, хотел помочь. А, двери на наружу открываются. А вовнутрь? Опа, 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 вот тут! Быстрее одевайте маски! Маску, маску, ребята, вот он идет. Прикольный походняк, очень стрёмно, стрёмно, стрёмно. Открываем. Отлично, сидим, ждем. Так, еще кого-то убил. А где он? Одевай! Быстрее одевай, 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 одевай! Серега, я одел, я одел, я одел, я сыкаю. Так, закрывайте калитку. Теперь мы будем в офисе мистера Крабса сидеть. Пока мисс что. Смотрите, как он мочит всех. Так, маска сработает, одевай. Я уже боюсь, кто-то заходит, одевай. Да что ж такое? Серега, ты же Фокси. Да он псих. А где он? Он на улице. Так, а давайте подождите, мы тут можем пройти? А здесь он не открывается? А, страшно. Он на а, блин, я не успел, Серега, одеть на долю секунды. Ну что ты такой злой? Ну вот, бойтесь меня. Так. Убежал, убежал. Я попробую с вами пойти. Я вижу Серегу, вон он ходит в темноте. Кстати, прикольно, такой закат сделали, или это ночь уже такая? Серега, это ночь на улице такая или нет? Это да. Это да, понял. Ночь. Пацаны бегут, одни фонарики в темноте видно. Так, что у нас тут? А кто тут нассал мимо? Это ты, Серега, когда ходил за баллон боя? А я на улице. Нассата. А что, как пиццерия? Офис есть. Туалеты есть. Прощай. О, отличная нычка, отличный шая. Я ко входу подошел. Так. И чё? Где ты, Серега? Я зайду. У него голова болит. Вау. Серега. Вот да где ты палишь контору? Голову. Блин, тут чувак палит. О, я сейчас Сереге сделаю засаду. Да не открывайте. Ну, дурачки. Где ты, Сережечка? Да блин, я хотел как Рэмбо выйти.
и просто тебя наказать. Ну, видимо, это не работает, да, Серега, с тобой вообще? Видимо, нет, судьба. Судьба, видно, нет любви. Блин, ну, Серега, как тебя убить? О, ясно. Кстати, давайте, знаете, что мы сделаем? Я сейчас взорву бомбу на этой карте. Вы посмотрите, как в темноте эта карта взрывается. Бомба будет небольшая, кстати. Бомба будет маленькая. Но очень-очень мощная. Давайте вот тут встанем и кинем туда. Серега, ты готов умереть? Это было эпично, ребят. Давайте отлетим, посмотрим. По отношению этой карты, этот взрыв был мега большой. Если понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. И посмотри мои ролики еще. Серега решил уничтожить все.